только стал настоящим вот таким художником, тот, который он есть. Я сейчас так перехватил это, хотел всем дать сказать, но уже я сейчас скажу. Он в свое день рождения всегда, когда у него был день рождения, Леночка всегда участвовала, делала ему день рождения. Он ходил к ней в галерею и был счастлив. И в юности он написал стихотворение такое, которое читал всегда сам, но поскольку его сейчас нет, я его хочу прочесть. Он сам 25 лет он написал стихотворение, всегда его любил читать.